Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. Харьков, 18 часов 24 минуты. 4.07.17 год. Хочу поблагодарить человека. Это Алексей Самак. Харьков, Дергачи. Алексей, спасибо. Вячеславу Котлярову выражает искреннюю благодарность за помощь, связанную с техническими вопросами. Алексей очень много сделал для того, чтобы, скажем так, техническое оснащение функционировало и чтобы ролики периодически выходили, чтобы эфир Котлярова ФМ также был. Еще раз огромная благодарность. Алексей Самак, мы тебя благодарим. Так, на чем мы остановились? Так, с землей. Что еще добавить? Я сказал, что мы находимся в внутреннем круге. Ну, еще по классическому ликбезу. Так, демонстрация экрана. То есть, что из себя представляет сотовая земля? Это точная копия улья диких пчел. То есть, она, во-первых, слоями идет вверх над нашим куполом. У нас несколько куполов. Идет расстояние, которое в индийских ведах описано, 40 миллиардов миль. Чтобы подняться до миров Сварги, откуда прибыли наши первопредки, надо проплыть космос. Наши предки его называли океан. Там очень большая плотность, поэтому часть пути наши предки в анабиозном сне пробыли. Причем надо учитывать, что наши предки в мирах Сварги живут по 300 миллионов лет. Они сюда прибыли и оставили потомство в виде нас. А из нижних миров пекельных к нам пробрались вот эти всякие жалюгидни-потворы. Значит, в каждой соте есть яйцо. Про это яйцо описано в нашей древней ведической сказке про курочку Рябу. Снес бог Ур яйцо. И потом его купол пытались разбить. Разбили, да? Значит, как и яйцо имеет в центре, мы живем на желтке в центре. Вверху океан, которым мы дышим, менее плотный, внизу океан. Каждое яйцо имеет канатики. Вот в данном случае канатик — это наше дерево Джамбадвипы. И корни у дерева есть, нижний канатик. Вот, допустим, сторонники скандинавских традиций, как изображают наше яйцо. Вот, в центре гора Меру, идет антарктический барьер. Вот, мы вот там где-то ближе к горе, это для нас Арктика. Потом, видите, тут изображен внешний круг, точнее внутренний. Мы за кругом, ближе к горе. И вот здесь по периметру находятся еще земли, 8 земель, 3-9 земель. Ну вот, спасибо Сергею Квачеву, нарисовал. Значит, животные гигантские действительно существуют, но в скандинавских ведах, сагах говорится, что там змей гигантский находится на дне. У индусов черепаха и киты, или слоны. Слоны, если кто-то думает, что слоны могут быть только сухопутными, напишите «морской слон». Если кто не в курсе, и вы узнаете, что существуют и сейчас морские слоны. Спокойно себе существуют. То, что Лена рассказывала о гигантских животных, это абсолютно не удивление. Потому что если вы муравью попытаетесь объяснить, что есть кит, он с вас будет смеяться. Он не поверит, что есть гигантское существо. Если я сообщаю местным жителям, что есть гигантские животные в этом мировом океане, для которых кит всего лишь наш синий кит, как глаз этого животного, вы также будете смеяться. Владимир, ты изучал летописи страны ариев? Да. Вот смотри, Владимир, уважаемые слушатели, зрители, что я из этой книги взял. Слева вы видите нашу Мидгард-землю. Ну, вы узнаете знакомые очертания. Африка, Азия, Мидгард-земля. Сверху Живгард-земля. Немцы ее назвали Либерия. Справа Ингард-земля. К сожалению, она не совсем изображена на карте, но она есть. Ну, кто знает сейчас вот эту мою новую карту, вот на этой карте вот она есть. Немцы ее назвали Асгард.
Так вот, в летописях страны Арии написано, когда наши предки прилетели сюда и привезли с разных ячеек народ, Джавгард земля была самой малой, и укрывалось там племя цвета красного. Моря и горы были там, на той земле, и всякие растения, диковины и количество огромных нам. И взяли они с собой народ морской. Ну, они там с морским народом поселились. На Эдгард землю прилетели люди с желтым цветом кожи, и были множество деревьев, лесов, плодами сочными на ней. И текли там ручьи с живой водой. А мы уже на Мидгард земле. Ну, здесь пишется Мирград. Не Мидгард, гард, а Мирград. Яра со товарищами и с народом, да асов вещи и племена, что птицей той железной управляли и детьми ее малыми, приняла Миргард земля, и привели они с собой на землю матушку, народ темный, цветом кожи черной. Ну, скорее всего, в Африке поселили, сами мы в Азии расселились, вот здесь. А негров сюда загнали, в Африку, мол, идите, кыш. Вот. Вот описание в летописях страны Арии про нашу Соту. Ну, немцы называли этим континенты немножко по-другому. Но не важно. Важно, что они есть. Подтверждение, что соседние земли рядом, если вы поставите перед собой задачу, вы ужаснетесь. Я не брал ничего с потолка. Единственное, что мне пришлось, это проделать колоссальный труд, чтобы в современном интернете найти подтверждение тому, что я знал. Ну вот просто так прийти и сказать, что Америки нету, это мало. Нужно очень много визуального подтверждения. И показывать все время, что это все описано в наших древних книгах. То есть мне пришлось изучать вначале, ну, 10 лет, какие книги попадались вообще, когда появился интернет, пришлось изучать, ну не пришлось, а с жадностью изучал все, чтобы найти подтверждение тому, что я описал в 1995 году Хабаровский край. Николаевский район, поселок Многовершинный. Это я не вчера узнал. Это я узнал в 1995 году. И 20 лет пытался озвучить это. Честно скажу, в 20 лет я думал, что писал научную фантастику. Но когда я увидел, что это далеко не научная фантастика, а в интернете я нашел массу подтверждений, что я описывал те вещи, которые уже мной, до меня уже кто-то описал. Ну, когда одно совпадение, да, даже если одно совпадение, это уже надо задуматься. Ну, кучу книг индусских, псевдоиндусских, славяно-арийских вед, подтверждения, скандинавских сагах, подтверждения. Потом современные нам, что теренькают случаи. Титаник уплыл и утонул. Никуда он не утонул, он доплыл до Либерии, и спокойно там народ, потомки сейчас живут и в шахматы играют. А эти черепахи и киты, они тоже там есть, что ли, ну, внизу? Есть. До меня про них в 95 году сказал Вячеслав Крашенильников, мальчик 11 лет, которого убили. Кто не знает, кто такой Вячеслав Крашенильников, погуглите. Мне, когда я начал озвучивать эти вещи, мне начали приписывать, что я у него это все перенял. Но я про Славу узнал только тогда, когда озвучил про сотовую землю. И мне прислали сразу видеоролики и говорят, ты отсюда взял? Ну, я не огорчился, я сказал себе слава богам, слава предкам, ну, есть подтверждение тому, что я ничего не придумал. Посмотрите Плыкина, сотовая вселенная. Он тоже в 90... Ну, Плыкин вообще раньше, он в 87-м, но в 95-м он уже джаги-джаги выдавал серьезные. И вообще в 95-м году очень много народу начали говорить про это. Американцы сделали игру Warcraft, а там мир был сотовый. Ну, кто знает вселенную Варкрафта. Помните, там в гипноз ввели мужчину в 95-м году, где он маму искал, мужчина этот, что вот я летел, увидел соты, залетел в одну соту. Вот. Ну, приписывают, что это я озвучил этот ролик. А как же Келдыш с батискафом в фильме «Титаник»? Реальный спускался к «Титанику». Да, реально к «Титанику» спускался. Конечно, реально к Титанику. Знаете, как Лукас снимал «Звездные войны»? Спичные коробки двигал. Серьезно, есть фильм, вот, я не знаю, можно его найти или нет, они сделали маленькие макетики космических кораблей, чуть больше спичного коробка, пачки сигарет, и двигали. Ну, для вас-то ракета летит,
А вам же также маленький кораблик положили на дно аквариума и сняли погружение батискафа. Или нашли другое судно, приклеили лейкопласт старям Титаник. Сказали Титаник. Я не хочу слушать эту чушь, которую... Вы задайте вопрос, для чего тему Титаника муссируют? Ну, утонул. Много кораблей потонуло. А почему именно Титанику такое внимание? Да потому что он не утонул. Санников попал, я показывал маршрут, почему Санников дошел пешком до Либерии. Потому что они вышли, прошли вдоль Гипербореи, было им очень холодно. Кто изучал землю Санникова, знает. А потом попали в жаркий климат. Вот они прошли вдоль береговой линии на запад, на северо-запад. И очутились в новых землях. Сын, точнее рыбак Йолов. Там вообще детально. Вы почитайте «Дымчатый бог». Вы хотите узнать про те земли, кто там живет? Вы просто почитайте. В этой книге все описано. Кто в этих землях живет? Как живет? Зачем живет? Просто почитайте произведение «Дымчатый бог». Там подробно описано, как рыбак вот сюда приплыл в Либерию. И жил там. Потом рыбака убили, сына психушку закрыли, чтобы мальчик не рассказал это никому про Либерию. И уже в почтенном возрасте, будучи стариком, он чудом опубликовал. Ну, он журналиста нашел, и журналисту это все рассказал. Подожди, Слава, я торможу, я забыл. Я тебя уже спрашивал этот вопрос, и я его забыл. А что с тех земель они что сюда не тусят? Да что, мы их видим постоянно, летающие тарелки и так далее. А что в контакт не входит? Это, знаешь, мне ВКонтакт ходит, когда я про сотовую землю выпустил ролик, а потом рассказал про ближайшие земли, у меня связался со мной, он представился, там тоже офицер СССР, говорит, Слава, говорит, вот, просто, говорит, расскажу, говорит, вот, иногда люди, говорит, нам дают огонь на поражение, а бывает это, плывут корабли тудой на восток, или люди высаживаются, идут пешком, и им... Ну, по ним запрещают стрелять. Почему так? Я говорю, потому что одни между собой общаются, союз 300. Возможно, сильные мира сего вот здесь встречаются где-то на Гипербореи, Либерия, Асгард и Азия. Действительно, вот это северное сияние, оно как бы окутывает, это такой дополнительный... Вы же не задавались вопросом раньше, почему в Арктике есть северное сияние, а в Антарктиде нету? А потому что вот здесь находится гора Меру, там ясень Индрасиль или Джамбо-Двипы. Кстати, впервые про ясень Индрасиль и Джамбо-Двипы я узнал в 16 лет, я прочитал книгу «Золотой шар». И там подробно про соседние ячейки тоже было описано. Ну как подробно? Это подробно, это сейчас, потому что вы знаете, что есть соседние ячейки. Если вы будете читали эту книгу, вы просто бы эту фэнтези, это про гномов и этого, восприняли просто как просто соседние ближайшие острова. Вот, кстати, по одной из версий, Элли из штата Канзас прилетела и упала где-то в пустыне Монголии. Ветер ее перенес. Но если бы ее с реальной Америки бы через Тихий океан бы несло бы, наверное, этот ураган бы затих бы где-нибудь посередине Тихого океана, и девочка Элли бухнулась в воду. Но так как девочка жила где-то вот уточки, то запросто ее могли там в пустыне хоббитов пронести чуть-чуть и аккуратненько уронить. Кто изучал оригинальную сказку «Волшебник из страны Оз». Не «Волшебник из изумрудного города», а «Волшебник из страны Оз». Алиса в «Стране чудес» тоже попадала в соседние ячейки. Кстати, я только что хотел это сказать. Да. И думал, уместно или неуместно, и ты сказал. Прикинь, я вот только пару секунд назад думал. Вот тоже ты офигеть, да, бывает? На одной волне, да? Это замечательно. Я про соседние ячейки еще раньше услышал. 5 лет, когда на виниловой пластинке слушал сказку «Крошечка Хаврошечка». Если ее сейчас не исказили, там подробно рассказывается, как девочка эта ходила по другим землям. Но более серьезный вариант, конечно, мы можем найти, когда Левашов сказку рассказал про Настеньку, которая гуляла по соседним чертогам. Вот она летала в чертог Финиста.
Вот. Автостопом. То есть где-то здесь попросила купца Вайтмарчика, чтобы он ее подкинул до соседнего чертога с товаром. Вот. А уже дальше ей дали навигатор, клубок, дали железные хлеба, консервы. Сильно концентрированной едой там на палец берешь, как говорится, съедаешь и сытнее целый месяц. Вот. Потом дали ей типа ботинки, скороходы, то есть ну, по типу скейтборда, как в этом. А это, а купол есть над нами? По типу как «Назад из будущего». А вот же я тебе показывал. Мы ж... Дело в том, что мы автоматически в куб. Мы в яйце внутри. Ну будет ли над нами это купол? Мы живем на желтке. Естественно, на А, скорлупа над ну нами. смотри, А а помнишь, эти типа ну, ведах, которые да. типа в космос летали там далеко куда-то, они как же сквозь яйцо летали? Некоторые по соседним ячейкам летали, а те, которые. Ну вот, если изучить. Еще есть песни птицы Гамаюн, а есть сказки птицы Гамаюн. Вот там подробно рассказывается, как Сварах, когда прилетел, он же не мог пробиться через купол, через яйцо. И там подробно рассказывается, как он пробивался сюда. То есть от верхних миров, когда он прилетел, им приходилось сюда пробиваться, вот, ну, в это яйцо. А еще они могут телепортироваться, в принципе, сквозь яйцо. Ну, род, верховный считается род, который здесь все зародил. Вот он, скорее всего, телепортировался. Здесь еще более высокий, ну, вышний бог, род. Типа как это, врата между мире. Хоп, и в другое яйцо. Да, знаете, как вот ученые современные не могут понять, как матка муравьев или пчел телепортируется из одного улья в другой, или муравейника из одного. Вот чего они пытались понять, как это происходит, но не поняли. То есть они камеры фиксируют, вот она исчезла и появилась в соседнем муравейнике, матка муравьев. Вот то же самое наш род. Он точно так же может из яйца в яйцо телепортироваться. Сейчас еще очередной раз свою любимую картинку. Все, вот, Владимир, миллионный раз показываю, как выглядит наша Земля из космоса. Чертоги. Ну вот, гигантская планета имеет относительно шарообразную форму. Вот как ближайшие чертоги. Мы в яйце каждый. Боги это наши. Ну, мы, я говорю, мы даже не боги. Мы. Ну, пчелы это типа боги, а мы их продукт, нектар. А оккупанты прилетели этот нектар нас жрать. Буквально жрать. Так, вот, то есть нижних миров. Я просто сейчас не могу найти картинку, я где-то специально для ролика создавал, показать, что наш мир многослойный, имеет минимум 14 слоев. Кстати, я же объяснил эту сказку, давайте еще раз объясню для эфира, ведическую сказку про Кощея. Она только объясняется с точки зрения сотового мироустройства. Моя смерть далече на море, на океане, ей сестра, на том острове дуб стоит, под дубом сундук закрыт, в сундуке заяц, зайцы, утка, в утке яйцо, а в яйце смерть моя. Так вот, ну, тут, правда, ее надо вертормашками переворачивать. Вот наша земля. В игле, игле там иглавица еще же была, не? Вот наша огромная ячейка. Посередине ее находится дуб, про который писал Пушкин. Это дуб, это и есть ясень Индрасиль и дерево Джамбадвипы. Под этим дубом сундук. Сундук это наша большая сота. В сундуке заяц. Сота делится на чертоги. Вот мы, допустим, чертоги заяц. Зайцы утка. Это кусок земли. В утке яйцо. Яйце смерть. То есть у нас был башня, Вавилонская башня, интернет. Три дерева были законнектены на основное дерево. И когда разрушили вот эту иглу, Вавилонскую башню, мы перестали общаться с соседними ячейками. То есть связь была утеряна. Вот эта Вавилонская башня, это и есть, когда люди перестали друг друга понимать. Сотовый интернет просто уничтожили. Вот. Поэтому Кощей, он на самом деле был не злой персонаж, как нам навязали такого похитителя девок душистых, да? А это был типа домовой соты. К душа
Ну, есть кощуны, есть кащуны. Но я сейчас этимологически не буду разбирать. Я просто скажу, что Кощей это не злой был персонаж. Там, да, типа есть Кощей и Кащей. Ну, типа, один плохой, может, был один хороший. Ну, может, ну, как правильно кто-то сказал, у нас вообще ничего не было плохого. Кстати, ключевой момент. Мне часто говорят это. Ну вот, ладно, я просто лучше один раз увидеть. Пузыри, они же тоже мыльные, шестигранные. Скажите, только я один вижу, что они между собой это мыльная пена шестигранниками. Мне просто всегда в укор ставили, что такого не может быть. Просто по мнению Рахмана Тора, наш мир вот выглядит так. Ну, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Кому-то нравится в мыльном пузыре жить, кому-то в яйце, кому-то в виноградной грозди. Вот есть сайт Асгард, вспомнить все. Они там предлагают модель виноградной грозди. Кто-то хочет в малине жить, кто-то на подсолнухе. Кстати, подсолнух один из самых идеальных вариантов нашего мира. Подсолнух. Посмотрите мультфильм «Хортон». Покажите этот мультфильм деткам. Если вы думаете, что я с этого А начал. что вот про подсолнух, можешь подробнее чуть-чуть что-то добавить? А вот же он тоже показан, этот сотовый мир. Причем идеально показан. Тут где-то у меня схематически. Вот, смотри, видишь, откуда масонские знаки? Вот наша Земля, вокруг нее вот этот шестигранник идет, потом прямоугольник. И вот этот. Вот я тут выделил схематически. Это ж те же шестигранники. Точнее, прямоугольники, так, сохранить. И семечко в центре. Вот это на задницу у подсолнуха. Вот это как раз кружок. Вот просто. Это я тебе странную вещь скажу. Там, когда этот прадед обучал, ну, более там молодых моих родственников, он, знаешь, что какую странную вещь сказал? Он говорит: смотрите на подсолнухи и все поймете. Смотрите на подсолнухи и все поймете. Я так и не понял, но вот слава, оказывается, понимает в подсолнухах. Не, серьезно, я не шучу, вот честно он так Да сказал, я смотри, верю, потому как что фокус. подсолнух это самый лучший вариант, чтобы нам помочь. Вот, давайте я вам просто увеличу, и вы все поймете. Вот мои схемы. А вот подсолнух, и сравните то, что я нарисовал. Ну, точнее, не я, это братья Авир и Амирам. Амир, что переводится слава. Вот то, что прадед Владимиру завещал. Смотрите на подсолнухи. И вот если увеличить подсолнух, здесь вот такая есть, как бы на семечке, на хвостике семечки, маленький кругляшок. Кстати, здесь я еще год назад показывал, в наших в древних ведических знаниях написано про сварожий круг. Но только с точки сотовой земли можно объяснить. Значит, сварожий круг это есть небесный путь, по которому движется наше ярило Солнца. То есть есть еще гигантское солнце, почему можно в небе видеть иногда три солнца одновременно, не только два, но и три. Потому что это солнце отвечает за смену времен года. Вот она дольше идет между нашими землями. На Асгард пошла у них там лето, потом в Либерию лето, потом к нам пришло у нас лето. Вот что подсолнухи, узнаете? Ну, просто вот тут. Считайте, перевернутый подсолнух мы с вами смотрим. Вот он изображен. Как замечательная подсказка. Смотрите на подсолнухи. Вот я когда-то нарисовал. Тут мы. Кому не нравится жить это в этом подсолнухе, можете жить в сердце Бога. Я неудачную схему нашел. Есть схема сердца, оно тоже сотовое. Но вообще все сотовое. Вообще, если поставите перед собой цель. Когда нас оккупировала раса, она наложила лапу, вот эта раса, на наше сотовое мироустройство. Не знаю, Владимир видит это, что я показываю или нет. Вижу, вижу. Да, то есть они как бы лапу наложили. Вообще, я недавно собрал целую коллекцию вот этих львов в разных странах мира. Ну, куда я ее дел? Сейчас даже не упомню. Может, где-то у меня тут в папке есть львы, 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 То львы. есть это они показывают, типа, что они нас захватили, да? Да, я вообще да, вот, я коллекцию собирал вот этих львов. Вот, пожалуйста. Показывают, что. И этого льва тоже не зря это в Египте, наверное, присобачили.
Вот, пожалуйста. Вот звездочки. Кстати, медуза как выглядит и как снежинка выглядит. Но я снимал ролик, как выглядит небесное светило, которое мы видим. Оно ничем не отличается от планктона. Так, что у нас здесь? Какие побрехеньки за взятие Парижа? Что-то я для какого-то ролика собирал. Ну или как-то так. Кстати, когда нас захватили, это обращение было на медали верховному захватчику. Не нам, не нам, а имени твоему. Ну, вот Люцифер нас захватил, ну или не Люцифер, как его там звали. Что еще показать? Вот как медведь, лев выглядит, а это собачья блоха. Собачья блоха под микроскопом вы можете только рассмотреть. Вот сотовый мир. Вообще здесь показаны семена. Вот, я делал ролик. Вот, обратите внимание на экран. Эмбрион человека. Сейчас он будет становиться на ваших глазах сотовым. То есть это на третий день. Видите? Это мы. Большое в малом, малое в большом. Что вверху, то и внизу. Если хотите узнать, как устроена наша вселенная, смотрите под ноги. Смотрите в микроскоп. Ничем не отличается то, что внизу, то и вверху. Вот вам, пожалуйста, большое в малом, малое в большом. Вот так вот сотовый эмбрион человека. Ну, куда ни ткните, вообще, в принципе, все сотовое. Это единственная, самая оптимальная форма Вселенной. И Плыкин это доказал еще в 87 году. Как я в ролике говорил, основы я уже озвучил. А дальше уже можете самостоятельно изучать. Там царь Кощей над златом чахнет. Всегда, пожалуйста. Русалка на ветвях сидит. Там чудеса, там леший бродит. Это ж было радио Ариев. Потом нам сказали, что была Арина Родионовна. А Пушкин просто сидел в интернете и слушал радио Ариев. И записывал свои с интернета сказки. С сотового интернета.